Перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Салют, чуваки. Слушаю хаски. Когда новые треки делают? Скоро, чувачок. Ждай. Может, концертик замутишь, пишет? Скоро все будет, чуваки. Время. Фит с Бошкиным возможен? Да, блять, мы же записали фит с Бошкиным. Че, все? Сломали опять? Че, чуваки, никто ничего интересного так и не напишет, да? Давайте кого-нибудь подключу, чуваки. Только интересных чуваков. Посмотрим, кто нам хочет подключиться. Уе. Уе. А ты можешь мне дать такой пакет? Дашь мне пакеты? Ребята, я так обкурился, что пиздец. Дашь мне пакеты? Зачем тебе? Я туда свою ганжу положу, а то у меня нет ничего. Хорошо, положи. Спасибо. Из Самары. Самара. Салют. Мне пишут очень много в директ, короче, поздравляешься с днем рождения. Я хотела сказать спасибо большое, ребят. Мне очень приятно, что вы меня все поздравляете. И вам тоже всего хорошего. Привет тебе из Великобритании. Тебе тоже большой привет. Что за танцы? Не влезает. Надо меньше травы просто дать. Ой, нас закроют. Спасибо, спасибо, ребята. Ну и мне блант. А там мне тоже ничего, это, затяжечка. Too much blunts. God damn. Too much blunts. So high. Ну да. Спасибо, спасибо, пацаны. Пиздец, вот как мне 29 вообще, может быть? Смотрю на, смотрю на лицо свое и не понимаю, ну, какие 29. 25 там, да? 26. 23, может. Я сегодня вела трансляцию, мне сказали, в смысле 29? Мне 22. Я такая, а, было 7 лет назад. 7 лет назад. Блять, я сохранил. Как это давно было? Я засейвился, блядь. Сохранился. Сейв. Да, у меня есть просто сейв. Я в поле. Да. Именно. Че довольный такой сидишь, старичок? Че довольный? Че выпишься? Спасибо, бля. Ты прям воодушевил, бля. С днём рождения!
ты прям воодушевлен, бля. Я отвечаю, он нахуен. Да я в хламе в полном, блядь. Вы что? Вы не видите, что я в хламе в полном? Я вообще не могу собрать углов. Рамы не можешь собрать, чехлы. Да. Я скурил уже два бланта, блядь. Или три, я не помню сколько. 360 флип застабилил. Да нет, я пока не катался еще. У меня доска придет только во вторник или в среду, я не помню. Новая, она свежая, вылетаю. Спасибо, Кирюха. От души. Я тебе сейчас отвечу там в WhatsApp. Спасибо. Очень приятно. Поздравляю от всех татар. Татарстан супергуд. Спасибо большое. Пиздец, ты уже как. Пиздец, ты уже как Паша техник. Ну, спасибо за комплимент. Паша, Паша. Еще очень вкусно. Она скоро растает и будет готова. Не, спасибо. Паша техник, он веселый персонаж. Веселый. Я не знаю, какой он на самом деле. Может быть, он... Хотя мне все говорят, что он такой же, как и на видео, да? Да? Я его не встречала ни разу в жизни. Но в Киеве он круто выступил, братан. Это MVP года. Отвечаю. Ну, рэп у него лучше. С колонки две дорожки тена и идет дальше в концерт продолжает. Рэп у него. Легенда просто. Говорит, пацаны, я не хапаю. Говорит, я выступаю по другим делам. Ксанекс. СМСН у тогда был сцене. Чувак, это серьезно, блядь. Чего? Серьезно, если все они такие? Блядь. Но она лучше вообще рэперша. Не, я не готов. Лучший рэпер, вот тебе и потяжелее. Канье и Бейонсе. Фит. Канье и Бейонсе. Только наши масштабы. Там что, трэп-моллюск зашел? Я не видел. Будет очень серьезный альбом, над которым я еще до сих пор работаю, потому что мне осталось. А самое печальное, я сейчас буду работать над треками, которые нужны, но немногим людям. Таким, такой, для узкого круга делаю треки сейчас. С информацией и посылом. А то все другие какие-то треки любят послушать. Пам-пам-пам. Про любовь. Рунарчик, я не знаю. Ну и про любовь, и про дружбу, про отношения, не знаю, между людьми. Что-нибудь такое? Ладно, я тебя поздравила, и ты потом увидишь. Я тебе не покажу. Давай, как Алла Пугачева. Я помню, у меня, кстати, бабушка любила Аллу Пугачеву. Бабуля. У меня бабушка тоже любила Аллу Пугачеву. Я не понимал. Они все любили Аллу Пугачеву. Я себе расскажу, потому что больше нечего было любить, понимаешь? Когда один человек на сцене стоит, что ты делаешь? Или его отвергаешь, или любишь. Но большинство любило. Потому что она хоть как-то третьим пела. В смысле, она вообще-то жива еще. С Максимом Галкиным. Она сейчас петь не умеет. Нет, она разучилась резко, да? Да, разучилась. С Максимом Галкиным там отжигает. На 20 миллионов лет младше, чем она. Там-там.
Аля ж, прошу, послушай мой рэп. От души. Ты недавно поженился? Сразу на трех. Опа, санёк. Саша влетел просто на резко. Эвиа, Ксанекс. Это его не поменять. Да ладно, поменять меня все. Все заебись. Вы так не бирайте близко нахуй, блядь, душе. Его не поменять. Пытался, но не получилось. В смысле не получилось, а что, Бог ведусь? Хорошо, да. Чересчур даже спокойно, я бы так сказал. Чересчур еще половинку по сравнению раньше. Ну, пугаешь. Пугаю. Здорово. Спасибо. Украина тебя ждет. Вон у нас своя Украина здесь. У нас вон Украина. Украина! Слава Украине! Слава Украине! Ремонтных целей. Да. Киев это заебись. Такой пирожок толстый на этот раз. Спать сказала, я твоя мама, мамка. Нахуй старых. Нахуй их, конечно. Нахуй. Я ж на первом, он же во вторых. Нахуй. Ой, я. Lil Skies есть, да, неплохие треки. Он такой позитивный рэпер, кстати. Lil Skies. С позитивными текстами. Мне не все треки там, конечно, нравятся у него. Но у него есть пушки некоторые. Очень серьезные. Бля, не зря ему Gucci Mane позвонил, вы чего? Он молодец. Блять, шутники там. Курочка, угу. Дай мне вон пилкипс. Угу. Все. Стесняшка. Стесняшка. Russian Skateboarding. Ой, они мне сегодня писали. Подписывайтесь на канал Рунарчика, Russian Skateboarding, если вам, ребята, еще не наплевать на экстремальный вид спорта в Российской Федерации и вообще на русский скейтборд, то подписывайтесь. Манега. Олег, видел, что тебе ответил 69? Ждешь Slime Ball 3. Я не жду Slime Ball 3, я просто очень жду Slime Ball 3. Как тебе такая хуйня? Я очень жду, потому что это мой любимый рэпер. Он меня очень много чему подучил. И вообще у меня сейчас, на самом деле, я почти ничего не слушаю, кроме Атланты. Вообще. Нарик, да. Ну, извини. Извини. Извинись. Извини.
ебать ты в мясо. Вообще в полное, бля, брат. Я курнул, сейчас опять 2 грамма в блант положил. За все это слыхал. Ты как будто его куришь, братуха. Да, бля, бухали через месяц. Слышь, братан. За все это слышал с третьего раза. Слышал за офсет там. Расхуярился на кузове. Ты видел, да? Ты видел, как офсет разлетелся на части? Это все уже знают, что офсет разъебался на тачке. Это очень печально. Ну, бывает, а что но вы хотите? Но он живой, все хорошо с ним, по сути. Да, главное, что он живой. Офсет, спасибо, что он живой. Пишет парень, кури яву. Кури яву. Яву, помнишь Ява, сигареты Ява? Помнишь такие? О, а что это? Сколько ему лет? Может, сегодня тоже 29 лет? Не знаю. Кури Яву. Отличная. Бля, я даже удивлен, что кто-то еще знает такие сигареты. Они что, еще продаются? Вряд ли, братан. Артем Тарасов в эфир зашел. Ну как ты, Артемыч? Как Россия? Как долетел? Тебе 29 лет, да, мне 29 лет. Мне 30-ка почти уже. Представляешь? Вот так вот. Ничего, ничего, на концерт скоро поедем. Нормально наебиться. Будем висеть. Приеду на куриш. Конечно, буду ждать с косяком скрученным. Снюхай, братик. От души. Двигайся в 1000. Ай-яй-яй. Кто-то знает. Такие выражения красивые, молодцы. Нахрен ты за на икса звездишь? Не понимаю. Потому что он мне не нравится, что ты заебал. В чем проблема? What's your problem? How? Пам-пам. Бля, глаза просто. Фуф. Ты пойдешь в доту сейчас, баскет? Ты в дот хочешь сыграть тут с пацанами? Нет, братан, ты что, ничего не играю. Кстати, я в доту не играл такое, так долго, ребят. Убитый Олежка, ха-ха-ха, давайте, да, посмеемся над тем, какой я убитый. Есть немного. Да, я убит. О, пиздец. Ребята, если бы вы хапанули тех шишек, которых я покурил, ты пиццу будешь хавать? Вы бы не выдержали такого напора. А? Вы чувили? Чё играешь, Олежа?
«Играю в реальную жизнь». Помните такой трек? Не? Олегу очень хорошо. Мне, да, неплохо. У меня нос чешется к бабкам. Да? Про рэперов не отвечаю. Вопросы хватит. Про рэперов не задавать вопросы. Не знаю никого, братан. Вообще. Никого не знаю из рэперов. Ты чё, блядь? Что? Тю, так а ты шо? А то, тю, ту. Не быть мне украинской гёрлой, а? Да. Олег, что лучше, амфетамин или жесткая шмаль? Ну ты дурак, блядь. Реально. Ни то, и ни то, ни шмаль, и ни амфетамин, ни хорошо. Все плохо, и то, и то. И то, и то, пацаны. Хуйня. Что? Сейчас зайду со своего телефона, буду писать комментарии всякие, типа, когда альбом? Газуешь? Окей. Ну, мы спать. Так я скоро пойду спать, да. Все, он заснул, пишет. Я уснул. Кошка огонь. Спасибо. А что ты куришь? А что это? Это вот эта трава? Ну, давай попробуем. Мирдилат. Мирдилат. Это мирдилат. У Санька, короче, есть не джилата, а мирдилато. Что там написали, Лиза, когда надо катаешь? Ну, а на самом деле нормально, но... Из пяти... Четверочка вот эта. По вкусу. Вкус охуенный. Ну что-то ты, братан, завысил как судья оценку. Я бы 3 с плюсом поставил. Ну ладно, 3 с плюсом. Я только начала кататься. Russian Skateboarding спрашивает. Но ничего, скоро буду гасить. Не, нормально, нормально, можешь курить. Ставчик у Санька. Ну, такой. Ну, вкусный, ладно. На, держи, Санчоус. Мама трахер.
Лиза. Олег. Главное, не дрочи на камеру. Не буду, брат, не буду. Главное, вообще, вам тоже не надо лучше дрочить. Вы тоже, главное. Запомните. Да. Дрочите на меня. Don't do that. Спасибо большое. Олежа, Лиза тоже на курит. Она не я курит. Я не курю вообще. Она не курит траву вообще. Вообще I'm не курит. I'm a good girl. Она молодец, и вот все... Вот. Да, да. Все вот. Она молодец, и вот все вот. И все вот. Это будешь как... Сейчас как пойду нахуй. Да. Пиздец. Я уже жду, когда мелкие отрастут, они мне надоели. Рога, да? Да. Я сделал, увеличил количество дред. Да они у меня просто невообразимого количества. Подожди. Ха-ха-ха, блядь. Да я обожаю это. Такой ты жук. Жук? Братишка, всего хорошего. И вам. Ты убитый. В хламе вообще. Таракан. Привет. I'm such a bad girl. Привет, 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 Ростов-на-Дону, привет. Я танцую крипвок, пока ты тянешь. Это как? Лепесток. Ну, может быть, ты попробуешь? Осталось чуть-чуть, тебе понравится. Ну, чуть-чуть. Привет, ну не шучу, спасибо. Это как вчера с чипсами, да, будет через 2 часа. Чё, спросят, а где коктейль из мака? Да. Не помнишь эту херню? А ты на что намекаешь, чтобы я попозже заходила? Я вчера просто взорвалась. Ты мои шутки все запоминаешь или что? Стив. Ты чё, сожрал всю пиццу? Ты на приколе? Реально, вот так. Вот ты таков был. Нет, ты таков. И таков ты был. И такой я бык. Всю пиццу съел. Пацаны. Смотрите на него. Хохол. Покажи, что там еще кусочек лежит. Это смотрите на него. Birthday present. Я его ликвидирую, понимаешь? It's your birthday present. Вот, последний кусочек мне оставил. Ну ладно, хотя бы последний оставил. Оставляю друзьям не последнее, а лучшее. Да. Ебать, я в хламе вообще в полном. С днем рождения. Можешь положить туда? У меня руки жирные. Я знаю, но можешь положить. У меня жрыщ, а руки жирные. Мой ответ тоже. Я знаю, но можешь положить. Как у вас у всех что-то по одному. У Саши животик, у тебя руки. Ну, Олег. У Олега блант. Все, нет, никаких блантов. Что ты загоняешь тут? Никаких блантов. Привет, Сафонова. Алиша, какие планы на ДРМ? Не знаю. Запой нам, Олег. Ладно, ладно, расскажу.
Наберите 1500-2000, нет, 2, да? Наберите 2000 и скажу, кто мой новый спонсор. Хитро. Наберите 2000 сейчас в эфире, и я скажу вам нового спонсора. Я думал, тебе 15. Пацаны и девчонки. Шерьте этот эфир друзьям, да? Народу столько не, ну хотя же все спят сейчас. Олег. Все дети спят, да? Все дети спят. Податы в кровати. Да, все дети спят. Мы на пати, податы в кровати. Too young to be here. Ну. Ура, теперь меня тоже начнут обсирать школьники твои. Да, мне все всегда всех обсирают, им нравится. 1500, ну хорошо, давайте 1500 хотя бы. Нет, уже 1470, нет, две. Я не знаю, как это происходит, они что, одноклассники говорят, что-то типа, алё, Серёга, зайди к Кизару. Они тузы. Да, они так и делают. Они на самом деле все правильно делают. Они, я тебе говорю, они реально одноклассникам звонят. Они просто бац на телефоне сразу, братан. Мам, дай телефон. Зайди к Кизару в эфир чисто. Бля, от души вообще. Салам алейкум. Уже 1534, ладно. Ну, я тебе говорю, все одноклассники уже проснулись, ладно, учителя ладно, уже зашли. Ладно, итак, новый спонсор. А там уже написал кто-то это. Вот мой новый спонсор, пацаны. Вы можете уже почекать истории бэкфудзов, они меня уже начали выкладывать. И я жду пакета с составчиком и с кучей-кучей разных блантов. Я очень горжусь, на самом деле, тем, что меня взяли туда. Не зря я столько скурил стафа за свою жизнь. Реально. Это было не зря все сделано. Так что теперь мой спонсор Backwoods, пацаны. И скоро, скоро вся Атланта gonna fuck with me, you know? Fuck with you, man. От души. Ты не драли, пересадила руку. Что? Ты ей дреды пересадил. Это косички африканские. Это не дреды. Это совершенно другое. Это бокс брейдс вообще. Ну да, бокс брейдс, хорошо. Ну типа брейдс, косички, да. Все, школота, спать нахуй. Все, школота, спать нахуй. Лиза Гусевская. Да, Backwood. Я сделаю татуху Backwood. Сделаю вам вопрос, где мне ее набить. Такой вопрос сделаю. И вы мне будете свои предложения. Но только глупых предложений, естественно, я не буду рассматривать их. Так что можете забыть про них. Лиза. Давай встречаться. Давай встречаться. Ру. Лиза. Нет. Ну почему? Сделай на жопе слоника, Олег. Ты вот об этом говорил? Если бы ты не сказал, может быть, бы и не начал. На жопе слоника я обязательно сделаю. Баскет будем на жопе слоников набивать? На носу. Вообще пушка. На руке. Бэк вот здесь вот типа. Стрэндж. На пальце, понял, на каждом. Вот здесь бэк вот набить. Вы что, больные?
Это слишком дерзко. Можно на усиках. На усиках. Ты что, усы сбрил? Когда фикс выбесил? Фитсмикс, непонятно когда. Когда Сет выздоровеет. Когда Сет поправится и выйдет. А уже не пей, может, заявление делать. Блядь, мне должен был выйти со Сетом, но он разбился и не выйдет, понял? На такую утку. Не говори таких вещей. Да, он живой вообще-то. Жестко. Жестко. Кристиан. Кристиан Дельгадо. Aqui. E que? Como estás? Eu muito fumado, irmão. Que flipas. Gracias, Cristian. На тебя... Я не знаю, кто это. Мне наплевать, кто что там базарит. Вы же микробы, бля. Кто пиздит, они просто не знают меня лично. Вот они и пиздят. Так что хватит. Привет. У кого-то сегодня будет секс. Братан. Братан. Не у тебя, да? Точно не у тебя. Точно не у тебя. Олежа с днюхой, братик, 28, серьезно. Да не 28, братишка. Уже далеко не 28. 29 уже исполнилось. Ебать ты убитый. Зато на Луи. Ну. А Лиза под чем-то. Я не употребляю наркотики и не курю траву. Хватит это. Не приписывать чужие заслуги. Лиза трезвая. Такая резвая. Там уже пишет, что за голос там орёт на заднем плане. Заткнись. Сиди, видео свое монтируй. Ты вообще не базаришь. 29, да, братуха, мне исполнилось. Не понимаю вообще, как так. Вроде вчера с тобой катались на Ваське в этом ТЦ и бучем. Пиздец. Ой. Чувак, у тебя что, дыре? С днем рождения. Дыре. Спасибо, спасибо. Я дерзко тебе двигаться в скейтбординге. Да мне вот как раз в скейтбординге дерзко уже двигаться не получится. Я так для себя катаюсь, чтобы не заржаветь, пацаны. Да я не грущу, пацаны. Мне весело. Все нормально. Счастья, здоровья. Спасибо. Спасибо, братуха. В зал хожу. Сложно, кстати, курево с залом совмещать вообще просто тяжко. Но все равно получается. Воды надо пить просто в два раза больше. Happy birthday, man. Thank you, G. Appreciate that. Скидывай.
Скейт с куревом? Нет, скейт с куревом это вообще невозможно. Только не в 29, Рунар. Тот, кто написал с вот этот с UBN Nahmir Fit сделай. Этот парень мне очень мне не нравится его рэп и вообще. И то, что он сделал этот трек, если что, я вы можете все. Я уже это была трансляция, я уже говорил об этом. Вы все можете в моем инстаграме посмотреть, когда я уже написал текст на моем аккаунте и взял бит, именно этот бит, на котором у него на клипе 60 или 80 миллионов просмотров. Именно этот трек я написал намного раньше, чем он. И выпустил просто его на альбоме. Позже, чем вы, ну, намного позже, чем вышел его этот ебучий клип. Мне абсолютно не нравится его трек. Вы можете это Правду говоришь. Да, вы можете проверить это сами. В инстаграме. Спасибо. Просто тупо по датам посмотреть все. Будь здорово. Очень вовремя ты. Будь здорово. Вы встречаетесь? Мы встречаемся? 10 лет уже. У нас уже дети. Нет, смотри. Ну что? Я хочу, чтобы ты потом увидел сам. Да не встречаюсь я с ней, успокойтесь, это моя подруга хорошая. Близкая. Моя близкая, короче. Soulmate. Близко, близко. Близко. Он умер. А может, я встречаюсь? Гадайте. Чуть-чуть интриги вам. Вашу вы же любите эту интригу. Лиска как лиска. Я обожаю это. 4-й класс, наверное. Бля, мне интересно, может там вообще, да, по 9. Угу. По 12 лет, да, некоторым? Да, баскет? Фига ты вообще дерзкий, да? Угу. Речи нет. У Лиски жопа слизкая. Это такие рифмы в стиле баскета. Как я раз. Плачу вообще. Это я зашел с другого аккаунта. Это реально. На моем аккаунте зашел ты. Пузатик лежит, любимый. Ох, это дело Юнгида, видосы монтажа. Ты шлюха. Это... Он Саша Сохат. Он сейчас...
Ну, сейчас смотрю. 100% тёлок. Предложку смотрю. Тёлок голых, мне кажется. Предложки, да. Ты чё, Санёк? Это вообще угар. Приближай его медленно. Медленно. Ага, посмотри с него. Да, он, конечно, что он еще может делать? Курить травку и смотреть голых тёлок. Вот так вот. Баскет покажи. Сучки. А вот этот парень, знаете, что делает? Играет... В доту. Он... Прикольно, я, блин, работаю, алё. Он играет в доту, не пиздит. Смотри, смотри. Просто тебя так могу сейчас принести проект. Ну ладно, ладно, всё. Всё, да, сдаёшься? Всё, всё. Всё, потянул за слова. Всё. Ой, это что, спойлер? Коленную. Ой, это же кудряха. Кудряха. Лил Сталлоне. Это же Лил Сталлоне. Это же Сталлоне, только мини. Трэп-моллюск. Трэп-моллюск Лил Сталлоне. Барселона деньги. Трипл штрихен. Ну и что ты скажешь-то? Мне нравится ему, походу, что-то там. А? Красивых подруг смотришь? Да. Ты большая кислого смотришь. Что ты скажешь-то? Да он все off to race. Саша, Ксана закинь еще. Что-то иначе грустно стал. Да, пацаны. Санёк отдыхает. Александр покатался. Олег, зачитай. Зачитай. Я не умею. Бог. 421. Вот больше всего мне вот это нравится. Слышь, пиндос. Один на один выскочен. Пиндос. Пиндос, да. Пускай он на улицу выйдет с прохожим, выскочит. Просто ради. Пускай он в окно выскочит. Где бы, да, вы, кстати, в окно пускай выскочит. В окно пусть выскочит. Либо просто можешь выскочить. Еще люди, которые говорят, что ты херово постригся, как будто бы это их дело. Вы что, накуренные? Да нет, братан, нет. Мы родились такие. Нет. Где глаза, Олег? Я да, но нет. Посмотрите, нормальный человек. Абсолютно трезвый. Нормальный. Это сейчас про себя говорит. Да, и на меня такой. Человек в хламе. Глаза, как минимум, у меня они хотя бы есть. Нормальный человек, видите? Не обкуренный. Вообще. Нет. Она вообще не употребляет ничего. Ее просто так прет. Угу. Мне на лысо пойдет, может быть, кстати, да. Может быть, в будущем будет так. А чего? Че, тебе постричься нужно? No. Ты закрываешь микрофон, тебе сказали.
Що там в динамік дишить? Если я вырежу это из трансляции, сделаю 10-часовую версию. Да пусть сделаю. Я тебя поздравляю с днем рождения, братан. Уже по нашему времени уже 12 часиков. Ура! Ебой! Здорово, рубай нахуй! Ладно, все. Давайте, пацаны. Обнял вас. Обнял. Что-то я такой обкуренный. Пойду спать, наверное.